Всем привет, уважаемые друзья! Приветствую вас всех на своем канале. Ну что, прощай, Донбасс, привет, Кавказ. Остановились вот сейчас, сказали остановка. Полчаса. Ну, как не поснимать для вас вот эту вот красоту. Идеально, идеально. Вообще очень красиво. Смотрите, ребята. Оазис. Фудкорт. Вот гляньте, слоненок какой. Ну, было бы вообще глупо не снять вот это. Представьте. Вон, смотрите. Слон большой. Видимо, слониха, да? Так, на дорогу не ходите, дети. А вот слоненок, гляньте, пальмы. Да вообще, вообще очень-очень красиво, ребята. Кадры обалденные просто. Очень красиво. Что это за населенный пункт? С дороги уйдите. Дарина, уйдите с дороги. Так, пойду на аллейку, потому что я с детьми, и дети идут по проезжей части. Классно, ребята, вообще идеально. Краснодарский край уже у нас. С этой стороны слонику, слоненка вам покажу. Аллейка такая вот красивая, видите? Лавочки красивые. Вот наш лайнер стоит. Кипарисы. Да, вообще идеально. Идеальная красота. Сумка мне мешает на плече. Может быть, кадры какие-то смазанные получатся. Уже, ребята, не обессудьте. Потому что сумка с документами, с деньгами бросать в автобусе нельзя. Лайнер стоит, красавец.
масса впечатлений. Непередаваемое зрелище. Все красиво. Все вообще. Вы знаете, я люблю ночные съемки, но это вообще ни в какие сравнения. Глянем, что здесь вот сейчас. Это ресторан, по-видимому. Вот он, ресторан. Вот. Даже не хочется говорить каких-то лишних слов. Просто интересно посмотреть. Конечно, кто это видит постоянно, такое вот, может, не так прям идеально выглядит. В общем-то, чудесная красота. Красиво вообще. Думаю, вам понравится, мои дорогие зрители. Показала вам немножко. Буду заканчивать. Спасибо, что были со мной. Всем пока. Доброй ночи.